Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к новогоднему маскараду мы подготовим Маргариту. Всем привет! Да, мы будем делать с ней образ единорога. У нас есть такой замечательный ободочек. И сделаем радужного, красивого новогоднего единорога. Для того, чтобы сделать такой грим, нам понадобится аквагрим. Мы будем использовать нежные цвета перламутровые. Также сиреневый буду использовать, неоновый. Сплиткейк. Вот такая палеточка, у нас будет красивая радужная грива, такой сплиткейк, цвета ягоды, спонжики для того, чтобы наносить рисунок через трафарет, трафарет звездный, блесточки, пульверизатор, чистая водичка, также белый, черный аквагрим и кисти, круглые и плоские. Ну что ж, приступим. Сперва я хочу сделать на эту сторону звездочки. Используем трафарет. Для того, чтобы нанести рисунок, мы обязательно смачиваем чуть-чуть спонжик, для того, чтобы он был слегка влажный. И обязательно брызгаем в красочку. Наносим серебряный цвет, это же белый с блестками. И выбираем звездочки. Прижимаем трафарет и такими похлопывающими движениями легонько наносим рисунок. Обязательно смачиваем кисточку, красочка должна быть густая, как сметана. Если мало воды, используем пульверизатор для того, чтобы не наносить воду из стакана в чистую краску. Очень густо набираем на кисть и рисуем единорожку. На спонжик наносим немножечко водички, чтобы он был влажный. И наношу красочку сначала перламутровую розовую на одну часть спонжа. На вторую наношу сиреневый цвет, неоновый. Пока у нас не высох здесь грим, мы легенько наносим блесточки. Теперь я буду делать гриву. Делаю это с помощью плоской кисти. Обязательно мочим кисть. А сплиткейк тоже у нас должен быть сбрызнут водичкой. И таким образом наносим его на кисть. И будем делать гриву нашей лошадки. Берем кисточку, менее широкую, но тоже плоскую, и оформляем наши лошадки-крылышки. Также я хочу использовать вот такой сплиткейк для того, чтобы сделать красивый переход. Здесь я набираю на кисть три цвета, даже два, и подчеркиваем наши крылышки. Мне нужен черный цвет для того, чтобы сделать контуры. Беру тоненькую кисточку, набираю на краску и подчеркиваем весь наш рисунок. Теперь с помощью белого грима подчеркиваем все линии. Белый грим, он подчеркивает весь рисунок и делает его более выразительным. И как дополнение обязательно украсим наш рисунок блестками. Мы также можем и нарисовать красиво звездочки вокруг нашего единорога, как с помощью трафарета, так и с помощью кисти. Завершающим акцентом я бы хотела сделать такие красивые радужные блестки, немножко сиреневые. Наносятся они с помощью пальца на гелевой основе.
Ну вот, наш новогодний образ готов. Маргарита готова к новогоднему маскараду, а я прощаюсь с вами и до новых встреч!